Журналист Уилл Лич считает, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса останется в тени поединка Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. «Я живу на земле уже 41 год и должен сказать, что не видел более отвратительной афиши, чем августский бой Мейвезер-Макгрегор. Думая об этом, моя душа просто разрывается на куски. Весь этот спектакль – отчаянная кража денег. Очевидно, он соберет больше всего пеперю денег за год. Но грустно, что это называют лучшим событием в этом году в боксе. И это при том, что один из боксеров будет дебютировать на профиринге. Бокс умирает. Люди предпочитают пару оскорбляющих друг друга мудаков. Именно поэтому они никогда не слышали о великолепном всестороннем Андре Уорде, мощном нокаутере Геннадия Головкине или электрифицированном Романе Гонсалесе. Средневесы Джермалл Чарло и Хорхе Себастьян Хейланда разыграли статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBC. Обошлось без сенсации, а Чарло победил. Во втором раунде Хейланда потерял баланс, падая, нарвался на удар Чарло. Но главная неприятность для аргентинца заключается в том, что при падении он травмировал левую ногу, став впоследствии легкой мишенью для соперника. Рефери и врачи по неведомой причине позволили Хейланду выйти на третий, а затем и на четвертый раунд. В итоге Хейланда после затяжной атаки Чарло упал снова, но на этот раз рефери остановил одностороннее избиение. В главном событии вечера Майки Гарсия отпраздновал победу над Эдрианом Бронером единогласным судейским решением. По итоге, по истечению 12 раундов, судьи насчитали 117-111, 116-112, 116-112 в пользу Майки Гарсии. Президент WBC Маурисио Сулейман опубликовал совместное фото Геннадия Головкина с Лупе Пинтером. Две иконы бокса – Трипл Джи и Лупе Пинтер. Геннадию Головкину предложили встретиться на ринге с американцем Тайроном Вудли, выступающим в смешанных единоборствах. Вудли-Головкин – боксерский бой. Пусть это случится. Ну и под конец результаты боев в UFC 214. Робби Лоулер победил Дональда Серона единогласным решением судей. Крис Сайборг победила Тони Эвенджер техническим нокаутом в третьем раунде. Тайрон Вудли победил Демиана Майя единогласным решением судей. Джон Джонс победил Даниэля Кармье нокаутом в третьем раунде.